Порушників комендантської години можуть почати штрафувати. До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає адміністративне покарання за перебування на вулиці у неналежний час. За перше порушення планують штрафувати на суму до 850 гривень, а у повторному випадку – майже на 3,5 тисячі. Міністр внутрішніх справ вже заявив, що підтримують цю ініціативу. А як ви до цього ставитесь? Та чи доводилось вам порушувати комендантську годину? Слава Богу, не приходилось, проблем не було з комендантським часом. Ну, законопроект есть законопроект, я сам юрист, поэтому что я могу сказать? Если Верховная Рада примет, то надо его исполнять. А я считаю, что какая-то ответственность должна быть, но не в таком размере же, как вот вы говорите, сколько там по 800 гривен, это, по-моему, чересчур. Нарушать не приходилось, причем нарушать сознательно не приходилось. Я считаю, что в военное время введение комендантского часа – это процедура обязательная, ввиду того, что это для нашей защиты. Ну, как бы вы же прекрасно понимаете, что действуют диверсионные группы всевозможные, и они в основном как бы работают в то время, когда полно народа на улицах. Для того, чтобы этого избежать в ночное время, это нормально. Плюс наша безопасность. Ну, я не нарушаю комендантский час и другим не рекомендую, потому что знаю, чем может закончиться. Это раз. Ну, во-вторых, я могу так сказать, очень сильно, конечно, я страдаю от того, что он есть, потому что, ну, мы привыкли к другой жизни, и это все равно, это, ну, наши права, это ограничивает. Ты ограничен даже психологически, это очень сильно влияет. Я думаю, что сейчас необходимо внести какие-то все-таки корректировки, изменения, ну, на этот момент, потому что ситуации бывают у людей действительно очень разные. Ну, моей подруге, например, надо было лекарства сходить купить, потому что ей срочно понадобилось. Она не могла обойти. Ну вот, что ей было делать? Начну с того, что я не нарушал комендантский час. Вообще не люблю нарушать закон. Я поддерживаю вообще введение комендантского часа во время войны. Это нормальная практика, потому что считаю, что безопасность все-таки стоит на, ну, выше на месте, чем отдых, гуляние ночью и так далее. Штрафы тоже считаю, мое мнение, что нужно вводить штрафы. Если люди не понимают нормально, то надо начать наказывать, как говорится, гривной. Потому что сейчас война, диверсионные группы, ну, враг у порога, скажем так, то нужно к безопасности все-таки относиться серьезно. Если честно, я за комендантский час, это правильно, потому что в наше тяжелое время, во время войны, это необходимо. А вот по поводу штрафов, ну, тоже верно. Я считаю, что это очень даже правильные поступки. Конечно, пресекать всякие диверсионные группы, может быть. Естественно, это правильно. С комендантским часом я согласен целиком и полностью. Это обязательство в связи с военным положением. По поводу штрафов тоже согласен, потому что, ну, это же правило для всех. Если кто-то хочет его нарушить, то для этого же, ну, должны быть какие-то разрешения. Допустим, там скорая какая-то, еще что-то, это же... Ну, все решается. А если человек хочет выйти куда-то погулять, выпить, ну, можно посидеть дома, выпить, как бы. А если человек нарушил, то нарушение должно быть наказано.